Здравствуйте, дорогие друзья! Я верю, что благословения Божьи, которые обогащают и печали с собой не приносят, они всегда дышат нам в лицо, когда мы общаемся с Божьим Словом. Когда мы сидим, не только размышляем над Словом, но понимаем, что автор написанных слов с нами в этот момент. Потому что это единственная книга, где мы можем вместе с автором, общаясь, вникать в его слово. И поэтому сегодня мы в этом тоже очень нуждаемся. И раскрывая следующую страницу жизни Давида через его молитвы, через псалмы, находясь в 38-м псалме, я хочу вместе с вами также задаваться этими целями, которые ставил перед собой Давид, потому что мы проходим ту дорогу, которую он уже прошел и удовлетворил запрос неба, то есть угодил Господу. Когда Господь сказал, что Давид будет с ним пребывать князем навсегда, то есть насколько статус здесь на земле царственный Господь имеет в виду нам утвердить и в небесных сферах. И то, что мы как решение принимаем сегодня, то это то, что нас там может либо сопровождать, утверждая статус, либо то, что мы сможем оказаться, как головня из огня, просто спасенными. Хотя это тоже, безусловно, спасение, и слава Богу, но все-таки хочется быть в числе тех, которые туда приходят с большим плодом, с результатами жизни, которые удовлетворят небо. Как мне пришлось слышать свидетельство одного христианина, который на момент, когда он только уверовал, оказался перед престолом, потому что попал в аварию и был момент клинической смерти. И вот тогда, когда он стал входить в небеса и преодолевать вот эти расстояния, он вроде как преодолевал нормально, а когда стал подходить к свету ближе, к порталу, открытому в небесах, вдруг он почувствовал, что он идет с пустыми руками к тому, кто так много сделал для него. Он говорит, это такое сожаление сердца, которое трудно передать, когда просто закричал Господу: «Господь, дай мне шанс, чтобы не прийти к тебе с пустыми руками». И услышал голос: «Даю тебе шанс, иди и служи мне». Поэтому то, что мы с вами на земле имеем шанс, это надо помнить. Это шанс, данный каждому. Но насколько кто реализует его, это зависит сегодня от осознанности и выбора, который мы на практику переносим, либо оставляем просто в теории. И вот чтобы не оставлять в теории, надо понимать, все, что движется в Божьих целях, все, что идет по направлению, указанному небом, оно обязательно встретит противостояние, потому что там, где человек побеждает, дьявол вынужден уйти. А когда он вынужден уйти, то в следующий раз он пытается такие козни построить этому человеку, чтобы поймать его где-то, остановить, затормозить. Но Господь говорит нам не останавливаться, быть твердыми и мужественными, уповать на Его Слово, уповать на Его верность в заветных отношениях, а значит идти до конца и побеждать врага в каждой ситуации, которую дьявол нам может строить на пути. Знаете, что Господь нас не оставляет один на один, но там, где есть наша битва, то нам ее надо действительно выигрывать. Потому что там, где мы побеждаем, там мы и имеем уже влияние и власть над гораздо большим масштабом нечистых духов, которые встают у нас на пути. И поэтому еще один стих: «Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась». Посмотрите, как непросто молчать, когда тебя вынуждают на оправдание. Как непросто молчать, когда задевают что-то очень ценное для тебя. Но Давид и этот закон в своей жизни испытал. Когда он молчал и доверил все Богу. Не стал использовать позицию власти своего царственного престола, не стал использовать, может быть, поиск тех единомышленников, которые бы за него заступились, а он конкретно сказал: «Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась». Поэтому там, где надо говорить, будем говорить, а где надо молчать – давайте помолчим и дадим право Богу двинуться в защиту каждого из нас. Потому что Он не опаздывает, Он начальник времени, и Он творит ситуации вместе с нами. Небесный Отец, я очень благодарна Тебе за эти уроки неба, которые оставлены на странице Священного Писания. И мы сейчас вместе с Давидом хотим сказать Тебе: да будет имя Твое благословенно, а наши судьбы пусть будут покрыты Твоим Духом, Твоей благодатью, Твоей истиной. Я очень благодарна Тебе за то, что мы можем сегодня сказать: научи нас молчать там, где надо молчать, чтобы скорбь подвиглась, чтобы сила воскресения Твоего пришла и развязались узлы, которые по-человечески развязать невозможно. Поэтому все передаем в Твои руки и ожидаем Твоего вмешательства. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.